оттуда. Першамайская. Выход на правый бок. Осторожно. Двери разрешаются. Next station is Першамайская. Exit on the right side. Please mind the closing doors. На телефон поступает поток от незнакомого человека, который сообщает, что ваш родственник или близкий человек попал в беду. Попал в ДТП, совершил преступление, попал в больницу. Я сейчас... Thank you.
Дверь разочиняется. Next station is Пролетарская. Please mind the closing doors.
Наступная станция Першамайская. Выход на правый бок. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Першамайская. Exit on the right side. Please mind the closing doors. Thank you.
Конечно, Алтозаводская. Осторожно. Двери разрешаются. Next station is Алтозаводская. Please, close the door.
Итак, ребята, к сожалению, нам не удалось попасть в музей, потому что там все по записи. Вон там сверху находится 81717 бывшей Маховки, номер 9129, точнее, его голова. А в остальном станция нечто напоминает станцию бульвар Дмитрия Донского в Москве. Кстати, это первая станция в Минск в бывшем Советском Союзе с использованием лифтов. Правда, конечно, придется расплачиваться за подъем наверх, потому что рядом находятся турникеты. То есть сверху в 2015 году открыли музей. Сейчас вы не можете пройти без записи. Поезда сразу прибывают на станцию Могилевская, и там, в принципе, народ прилично. Ну, точнее, как вы сами сейчас видите. Интервал на данный момент, это где-то 15 часов дня. Это у нас, ну, такой вот маленький час пик. То есть в основном на этой линии работают вагоны с маской. С маской 2 плюс 2 и 2 плюс 2 плюс 2. Вы могли видеть это в первой части. Please, mind closing doors.